Тем временем сборная Норвегии по хоккею с мячом объявила об отказе участвовать в чемпионате мира по бенди, который должен пройти в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. Ранее отказом ответили ассоциации Швеции, Финляндии и США. Тем не менее, напомним, накануне президент Международной федерации бенди и глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что снятие элитных команд не повлияет на проведение турнира в Сыктывкаре. При этом о новом формате, датах мирового форума или составе участников Борис Скрынник не сообщил.